Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я буду рассказывать о том, как же отличить подлинный Ray-Ban от фейка. Итак, начнем с упаковки. Коробка оригинального Ray-Ban сделана из картона. Он очень прочный и толстый. Цвет коробки не серый, а серебристый. Такой приятный, красивый серебристый цвет. Логотип должен быть впечатан в сам картон упаковки, но ни в коем случае не наклеен. Если вы попытаетесь стереть его ноготком, он не должен стираться. Он должен быть очень качественно напечатан. Также обратите внимание на то, что должна быть буква R в конце логотипа, а первая буква R должна иметь такую небольшую штуку в виде треугольничка. Логотип должен быть указан на всех сторонах коробки. Обратите внимание, что должен быть стикер, на котором будет подробное описание очков, а также будет штрих-код и, возможно, QR-код. Что означают эти надписи? 0RB это бренд Ray-Ban, 2132 это модель, 710 это цвет, звездочка 3N это затемненность линзы, 55 это высота линзы, 145 это длина души. Обратите внимание, что информация на стикере обязательно должна совпадать с информацией на левой дужке этих очков, которые находятся внутри. Что же мы видим внутри? Внутри у нас находится жесткий кейс, также там есть сертификат, который состоит из инструкции и гарантии, а также есть тряпочка для протирки. Причем сертификат и тряпочка должны находиться в одном пакетике. Сами очки ни в коем случае не должны упаковываться в дополнительные какие-то пакеты, нагромождаться дополнительными какими-то висюльками. Просто очки, просто тряпочка с инструкцией. И все. На левой линзе по центру обязательно должна быть наклейка высокого качества с надписью Ray-Ban. Что касается кейса, футляра, на нем должен быть логотип, он должен быть высокого качества. Также логотип должен находиться на центральной кнопке. Какого цвета бывают кейсы? Они бывают коричневого и черного цвета. Логотип не должен стираться, он должен быть очень четко напечатан. Он может быть как черного цвета, так и золотистого. Что касается тряпочки, обычная тряпочка, но логотип должен быть очень высокого качества, качественно напечатан, не стираться ногтем и приятным быть для глаза. Ну и самое интересное, что касается самих очков. На правой линзе мы видим надпись Ray-Ban. Она должна быть высокого качества, не должна стираться ногтем. На левой линзе обязательно должна быть лазерная гравировка. Неважно с какой стороны наносится лазером, она не стирается ногтем. Она впечатывается в саму линзу, ее невозможно подделать. Теперь посмотрим внимательно на внешнюю сторону дужек. Там должны быть логотипы Ray-Ban высокого качества. Причем как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть на одной дужке и на другой. А что же внутри? На внутренней стороне левой дужки должна быть вся информация, которая упоминается у нас также на стикере, который есть на упаковке. По этой информации можно сверить модель очков по официальному каталогу, который есть на официальном сайте Ray-Ban. Если информация совпадает, то значит у вас не подделка, а оригинал. Что касается внутренней стороны правой дужки, там должен быть логотип Ray-Ban, а также должна быть надпись «Сделано в Италии» и буковки CE. Но что делать, если вы покупаете очки в интернет-магазине? Обязательно посмотрите на номер модели, а также на цвет. Всю эту информацию сверьте с информацией с официального сайта. Если все совпадает, значит перед вами оригинал. Приятных покупок, пользуйтесь очками Ray-Ban, которые с удовольствием я ношу уже длительное время. Остерегайтесь подделок, потому что подделки портят зрение. Сам я имею в наличии достаточно много фейков, но ношу их крайне редко и в не очень солнечную погоду для того, чтобы ультрафиолет не портил зрачки и сетчатку глаза. Всем пока-пока, до встречи, хорошего настроения!